Всем привет! Hey guys! Я только пришла, как обещала, в четверг, запуская стрим, пока ни разу не собрала худотку. Вот. Надеюсь, что все хорошо, все готовы смотреть на мои страдания. Я лично уже морально приготовилась. Вот. Сегодня у нас будет Slayer Gates, Врата Палача. И, скорее всего, ну ладно, скорее всего, он... Так, вполне возможно, что сегодня... Это весь стрим займет. Ну, вроде прям не так сложно было в тот раз, но... Кто знает, что там дальше говорят, что там очень сложно. Вот. Hope you're doing well, guys. Like, as I promised, I am streaming on Thursday today. I didn't lie to you. Thank God. I hope you're doing good. Today we're gonna play Doom Eternal again, and I hope you prepare to watch me suffering, because I will be, and I am prepared. But hope everything will be good. But maybe like today's stream will be. Refer to their Slayer Gates totally. I mean, it depends how much time I need to pass these gates. Good job. Сетка. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Моя собака грустит. Я с ней мало поиграла. Ну, по ее мнению. Хотя мы сегодня с ней очень много гуляли. I mean, maybe Pinky is looking sad, but I mean, I was playing with her and it doesn't seem enough. Именно в плане комбо-атак, что ли? Интересно. Это вот то, о чем мне говорили, конечно, но я это уже не раз видела, но... Выглядит как будто сложно. Хотя по факту, наверное, это не так уж и сложно. Сделать потише.
Вот так неплохо. Фигня. Почему я не могу никак выстрелить с этой фигней? У меня что, патронов не было? И почему никого нет? О, тут есть. Thank you.
Если сегодня никого не будет, то, наверное, не буду долго стримить. Ничего делать одно. Мне скучно будет. Ну, хотя бы, конечно, хотя бы этот конт надо пройти. И что она нам мозги поделает? Я помню, если что, про твою футболку. Да ё-моё, нет. Я пока не могу отвечать, но ты сам видишь, что я делаю.
Blogger, doze blogger. Почему никого нет? Ой-ой-ой. Это вот о чем говорили, да? Нет! 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 Я так долго жила! Я так долго жила! Это жесть! У меня вайпах, то что есть только мая, так как раз мода работает. Отлично, хорошо. На мая буду ориентироваться. Это вайпшу, так что не может вообще поселить, только это вайпшу, то когда сделаешься на... Это пипец. Это реально пипец. А чё, очень долго этот Арахнабиль умирал. Я, если бы я хотя бы одного убила, а их там, судя по всему, ну, мне говорили, что их там два. Ё-моё. Было близко. Ладно, мы не сдаемся. Кстати, есть новая команда. Спасибо, клоун. Притаился новое. Ухожу новое. Спасибо новое. Не надо дядя новое. Обидел новое. Клатч новая. Что-то еще там в английском парочку есть. Ну, короче, вот как-то так. Вы слышите, как музыка играет, нет? На речь кое-кто слушает. Ой, как все плохо.
Уйдите от меня! Мартышки. Уи! От меня, ё-моё. Ебанутые ебанушки! Дайте мне взлететь. Нихуя у меня. Ну вот как? Я не понимаю. Что-нибудь на таких, где он работающий пилу прячет. Я такой, так, флотная команда, кайф. Да, смысл. А что они не работают, кстати? Очень интересно. Не надо, дядя! Не работают. Или ты... У меня не работали, я просто не обращала внимания. Давайте-ка застрял, да. Это пипец, что вообще за фигня была? Не понимаю, очень интересно. Вот не надо дядя, это тупо про то, как я играю. Можно, когда было странно, очень долго, когда... Наверное, да.
Как дела вообще? А ты во куда? По работе или отдыхать? Я тебе уже выбрала принт. А! Какой тебе размер? Я потому что кинула две футболки. 48-го и 50-го размер. Ну, я, короче, побольше взяла, типа оверсайз, чтобы было, если что. Напиши мне в личку, или если тебе пофиг, не стесняешься, можешь тут... Вот первый отпуск, офигеть. Хорошо отдохнуть тебе. Вот. Короче, размер еще. 48 дальше мой оверсайз. Ну, давай оверсайз возьму. Ну, 48 это нормально, обычно средний размер, я не бы сказала, что дрыщ. 42, наверное, здесь было бы. Мне кажется, у парней 42 не бывает. Испугал меня. Года первого офигеть. Это тяжело, наверное. Не наверное, а точно. Да, ё-моё, это странно. Живем, блядь. Ты, ё-моё, ты же колебал меня. А как ты тут оказался, а? Только не этим ради. Ну, конечно, с пуджом я этот опростовалась вот. Да ё-моё, дайте мне пожить, а. А где этот... Откуда этот арахнотрон, блядь, появился? Шипучка, посмотрите на нее.
доходило до этого. Ну ёбаного, да я проебал. Как он метко кидает-то? Он очень метко кидает, это вообще жесть какая-то. Отхиливаться, что не знаю, что делать. Это кто? Ой, ой, да этот пизду. Надо было его убивать, пока было время, но у меня было мало хп, я бы сдохла. Так. Хорошо, типа есть какое-то время убить их, потом появляются вот эти твари, но я в тот раз просто не поняла, что они через какое-то время появляются. Думала, там просто один этот появился. Чё грусть-печаль? Вот чё грусть-печаль? Грусть-печаль — это твои комментарии. Это не Рофу, и ты оскорбил 3 миллиарда фанатов Наруто, анимешников 4 миллиарда. Ты оскорбил большое количество, статья 103, штраф от 10 до 15 тысяч. Я только что, перед этим я доходила до него, я сделала лед, дала ему с кулака, дала в него ракеты, дала в него с дробовика вот этого, на цепочке еще к нему прилетела, и он жил. Может быть, конечно, там был второй, потом я второй, потому что я типа вот дала, потом отошла еще с дробовика постреляла, но как бы помогло мало. Я вот чего-то не повезла. Ну как они меня заебали? Ёбаный ты стыд, а! Опять сейчас жить без вот этого, как он называется, его поняли. Hey, hope you day doing good. Кабит, Кадеух. Is this the same level of different one? It's the same one. The one, like, where I stopped the previous stream. How are you doing? I'm good. Hope you're doing good too. Короче, делала фотки на паспорт. Сначала сделала в одном месте задорого. И там мне пипец, я там выгляжу на 30 плюс лет. Это реально 30 плюс лет. А потом в другом месте сделала за 270 рублей, и там я выгляжу норм. Я еще такая, блин, ну фотки на паспорт все-таки до 45 лет еще теперь не менять. Надо, ну, как бы в хорошем месте сделать, впервые решила. И в итоге обосралась сама. Ну там даже я виновата, потому что мне говорили, вам все нравится. Такая, да, все нравится, а в итоге мне такая, блядь, мне не нравится. И ушла такая, блядь. Что-то не нравится, не могу понять. Я такая смотрю, блин, ну я тут выгляжу реально старше. И Дима такой, да, старше. И подруга тоже это подтвердила. Hopefully I can beat it. I hope so. I was close twice, but like the last stage is hell.
фокус. Да блин, почему ты не цепляешься ты? Ой, я что сделала? Я хотела переключить. Да ёбаный в рот. Почему я не была близко? Скажи, почему? Это же последняя фаза, как я понимаю. Не последняя? Там еще что-то есть, это пипец. Я видела там кого-то, можно было добить его. Отойдите. Да, даже не успела. Все равно стоит на быструю перезарядку предметов. Нет? Единственная руна, которая мне нравится, это вот, которая не замедляет ХП, не замедляет умирание. Все. Мне кажется, вряд ли это что-то очень сильно изменит.
как так, а? Ты же... Yeah, that is absolutely true. Пипец, даже хилку не могу потратить. Ой, да начинает это свое. Ну хватит нагнетать, Фрост. Ну хватит нагнетать. Вот я с таким хорошим настроением захожу в дом, и каждый раз ты мне его портишь, и так, что у меня отбивается прям всякое желание вот играть, вот честно. По крайней мере, со стримом. Постоянно. Это сложно, там сложно, там будет то, это вот бу-бу-бу-бу-бу-бу. На меня прям очень сильно влияет стороннее давление. Это, наверное, не есть хорошо. Но это правда. Так или нет? Еще хотела. Ой, так все было хорошо. Так все было хорошо. Просто эта змея вонючая прилетела, и все мне испортила. А вот этот тоже, ну что за бред, а? Ну увидели. Тоже легкая я сейчас тебе берешь фазовку. Но это уже больше рофл, это понимаешь, это. Ну не то, что рофл, это больше. Ну, понятно, что это неправда. Просто не надо. Ну не так, что типа там дальше будет еще хуже. Это самая легкая арена, типа она и тут страдает, а дальше будет еще пиздец. Ну. Рано как-то. Как-то нагнетающе. Я понимаю, ведь. Что это не легкий уровень, он выровнен специально. Мне и так нелегко, так что. Ну, начало было хорошее. Нет, причем тут это просто. Можно сказать, что тебе весело смотреть на, как бы, как мне хуёво. Я тебе прям в голову дала, почему не сдох. Сука, я же видела тебя.
Нельзя. Нифига себе. Все плохо. А куда я пришла? Хорошо все это было предыдущее было. Что-то пошло не так. Да, в целом неплохо. Это надо было, когда я там... Кстати, сначала снова была рантыгая, я 2-3 месяца не заходила. Ой, жесть. А сегодня 2-3 присыкала. Ты Valorant уже не играешь больше, да? Я просто там, ну не то, что загорела. Thank you, thank you, thank you for support. Спасибо за поддержку. Я же дошла там до Ascendant 3, а там был Immortal следующий. Ну просто вместо... Раньше же был Diamond, потом Immortal, а потом внедрили еще один вот этот ранг. В итоге варилась я на этих Ascendant 2 акта. Потом даже слила обратно Diamond. И я такая плюнула, все, нахрен, больше не хочу. И вот 2-3 месяца не играла вообще. Так было хорошо, а тут что-то захотелось снова. И у меня уже нет такого прям... Пока, по крайней мере, нет. Так, я хочу это второе, третье у меня что? Третье Heavy Cannon. Четвертое хочу баллисту поставить. Лучше ставим. А в КС ты как играешь? Обычку, рейтинг? Ой-ой-ой. А! Не то! О, не то! Ой! Это вообще не то! Сделала.
сука! Ну, вы поняли. Как? У меня же было хэппи! Я вместо того, чтобы просто добить эту змеюку вонючую и дальше пойти, случайно юзнула гранату. И она из-за того, что на ней была... Привет, Локалбит. Из-за того, что на ней была граната, она не сделала добивашка. А я такая пытаюсь сделать добивашку, она не делается. Оли ранкет, нифига себе, какой у тебя ранг там, объясните как. I mean, I made a very stupid mistake. I could kill him with a special kill, you mean? Like, slay him? But I made a mistake, I just froze him. Big star.
Хам, я просто боже, что ты увидел. Я на него нажимаю кнопку, чтобы ему этот притянуться, а мне что-то не получилось, как я дала команда. Ну вот я теперь в Сильте. В ебаном Сильте. Я дважды была, как мне казалось, на последней фазе, но Фрост сказал, что это не последняя еще и фраза. Теперь вообще в Сильте. Почему ты виноват? Я не говорю, что ты виноват. Просто я в Сильте. Я сама виновата, что тильтуюсь. Ты чё метки дерёшь? Даже вы знаете, это не нравится. Блять! Блять, нормально.
Иди нахуй. Ты! Кто вообще, блядь? Солдатница, можно нет. Я тебе 100% говорю, что это точно ничего не поменяет. 100%. У меня вот получилось прям очень хорошо несколько раз пройти вот до вот этих арахвилей пару раз. Один раз у меня близко к ним прошлось. Ну, вот ты видел, я прям очень быстро подобралась. Ну, не прям к этой стадии, я там сдохла. Но и вот на третьей вот этой остановилась. Но я вот эти две первые вообще за пару секунд, блин, прошла. Ну, за секунд 30 максимум. И то быстрее, наверное. Нет, сейчас было не близко. До этого было близко. Вот опять, кстати, в одном и том же месте вот я прыгаю и застряла вот эту фигню. Как так? Сейчас даже посмотрю повтор. А нет, не посмотрю, долго слишком. Слабенький, да. Смису, но очень. Ладно, все, не титуем. Да, добьем. Хотя бы, нет, за этот стрим, ну за 2 часа, я думаю, я их убью, ведь за 2, плюс 2 часа, то есть всего за 3 часа я должна пройти эту комнату. Правда, тут, судя по всему, еще очень дофига сил проходить. Ну, завтра я буду занята, вроде как. И дай бог, выходные получится, например, в воскресенье уделить часов 5 прохождения. Будет здорово. Как так? Кто меня задел по пути к нему, что у меня вот опять эта фигня сработала? Ладно. Они меня крошат. Заколебали, блин. Ладно, все. Я просто слишком много думаю. Надо расслабиться и не думать. Вот я начала думать, у меня опять ничего. Все стало не получаться. Просто играем.
Иди нахуй. Очень было. Все очень хуёво. Блядь! Блядь. Это пиздец. Это пиздец, блядь, официально заявляю. Это просто пиздец.
мне это хотелось сделать. Ёбаный в рот! Ёбаный в рот! А почему вы говорили, что два арах этих? Он же один там. Все благодаря гаче. Да какой гаче, я даже не взял. Прикол в том, что, ну, вы видели, я хотела этому два кулака слежки. Странно, что у него критический дамаг, но, видимо, я там ему дамагом, ой, гранатами подамажила. Так вот, я хотела ему двумя кулаками, а у меня был только один, я такая, ну ладно, похуй. Потому что случайно там в мобов обычных отдала кулак, и потом снова набрала еще один, но мне не было два, я такая, ну ладно, похуй. И в итоге, блин, когда я момент, когда мне надо давать ему в тележку, я случайно подпрыгиваю на какой-то, ой, нет, такая, блядь. Я там несколько раз думаю, все, я умерла, а у меня уже все. Ой. Вау. Это какой, какие-то новые руны. Destroying a weak point generates a concussive blast. Угу. Ну, то есть, когда, типа, в слабое место попадаешь, там будет такой взрыв. When demon causes an extra life to activate, it can be killed with in the support time to gain that. О! То есть, если ты теряешь, тот, короче, какой-то у тебя лох, допустим, или там не лох, у тебя жизнь отнял, ты можешь вернуть свою жизнь, если ты убьешь этого. Ну, то есть, если у тебя какой-то посильнее враг заберет, и ты в определенное время не убьешь его, то жизнь ты обратно не вернешь. Blast punch deals double damage one. О! Вот это хочу. Мы что-то дали? А мы тут что-то дают? Ой, давайте просто побегаем, я хочу, чтобы не было полностью зеленый круг. Зачем я это, я не знаю. Просто хочу. Так, нам дальше туда, да? Чё-то, блин... изрядно меня так уже нервы помотало это.
Это комната. Ну, за час справились. Ну, ладно, за полтора. Ну, я вообще в ахуе была, я такая, ну, Арахвиль, наверное, все, вот, и больше никого. А там еще и вот этот, блин, Думхантер, и еще и Динтиран одновременно, я такая, ну, все, до свидания. Ну, глаза боятся, а руки делают. Сколько у меня зарядов? Почему не пишет же, сколько зарядов у тебя остается этих? Почему в него так много надо всадить? Я ему сломала все, я ему дала. Ну, то есть. Надо быстрее, что ли, чтобы он умирал или что? Что вот эта фигня, вот эта вот? А, это карта, это там дальше все, все. А, из-за того, что он сильный? Ну понятно, да, я видел, что он усиленный. Thank you for yourself. Thank you very much. Seriously, thank you. Oi. Good, thanks. I mean, it's a bit unreal for me right now, because like right now I'm trying to take new passport and like new documents because I changed my surname. Пушки свапает народ, пушки свапает. Да, до этого тоже свапала, просто пыталась. I'm alright. Quite tired. It's because of the war. You have a great day. I mean the wedding day. Yeah, it was very good. It was nervous, but mostly nervous because I wasn't organizing the wedding, and but everything was good, I guess. And guests were happy, and it was funny. I'm happy. I hope you're happy too. But you're working too hard, I guess. Hope soon enough you'll have a vacation, you can have a good rest. Тут какой-то секрет получается есть, или это не а. Наверное, мы туда спустимся. Мы туда, наверное, спустимся? Или нет? Или это надо самой сейчас найти?
Thank you. Dive suit allows the stereo to breathe underwater. But я же до этого так как будто могла. Oxygen depletes over time. Refill the dive suit by finding oxygen tanks. Понятно. Ну это как radiant suit, red suit, то же самое dive suit. БФГ, БФГ, БФГ. Где БФГ? Патроны на БФГ. А, вот, теперь я могу, наверное. How to get there? Oh, maybe here. Let's see. Maybe here. How to... I can use... we need to... put the water down. Another... water tube. Где мне это искать? А, дэш просто можно то сделать. Понятно. А в чем прикол? Что это такое взяла? А, полное ХП. А что за секреты нашла? Там же больше ничего нет, правда? Что делать? Where should I find a way? Нам надо как-то пробраться вон туда. Ну как? Это не здесь, что ли? Кнопку нажать? Окей. Ищем кнопку. Не похоже на кнопку. По сути, она должна подсвечиваться, нет? Вижу кнопок. We need to push the button, but I don't see any buttons. Или надо было там нажать. Зеленым горит. Да вот даже элементарно вот так не видно, что там горит зеленым. Так мне надо обратно или нет? Не обратно же?
Ё-моё, где эта посраная кнопка? Сюда я подходила, тут ничего нет. А, я поняла, какую. Я думала, что это кнопка, я пыталась, видимо, нажать, но не увидела, что там Е. Я такая, пофигу. Не, это нормально, просто. О! Что я нажимала кнопку, теперь что? Что-то произошло? Какая-то жесть, наверное, будет, да? Ой, пиздец. Я в последнюю миллисекунду прошла ее. Ой, жесть. На тропинке это жестко. А что-то там пропустила, там какой-то, как будто, что-то за деньги. First try and kill them. Kill them all. О, что-то мне сейчас хрустнуло так неприятно. Или приятно. Не поймешь. Ну, еще прилично тут где жизнь? Жизнь вон там. Как ее забрать? Как ее забрать? How to kill this life? Прогоняешь вперед. Я жизнь-то заберу.
понял. Чего не умерли. Это, видимо, специально сделали, да? Жизнь дали такие, а вот теперь сдохни от на этого. Мне ведь надо его именно добить. А для этого мне надо именно убить.
Я падаю. Что за хуйня? Острёть, вот как вот так, вот как? Что просто е? У меня не было больше кулака, я пыталась, я е сделала. У меня было ноль кулаков. Я нажимала е, а что? А как она должна была мне помочь? Я нажимала Е. У меня, ну, ничего не произошло. То есть я нажимала Е, у меня вот так вроде замахнулся, а посмотрю, что у меня кулаков нет, и смысл было мне еще раз нажимать. Нет, остальное. Нет, я нажимала. Изначально, когда он появился, и это первая секунда, я пыталась нажимать. Один раз. Можно мне, пожалуйста, вот сюда? Охуенно, спасибо. Ну, пипец, конечно, долгая драка, но этот тотем. Но мне не повезло, что у меня не было зарядов. Это было печально. А еще они все такие эти, хрен с ним, кстати, заряда выпьешь.
она пыталась не умирать. Короче, самое лучшее место доступа к нему, к его телу отметила, и там очень глубоко происходит все. Ну, относиться, да? Особенно после этого комната. Буду ставить, короче, Диму проходить на всем ганс, и буду одним смеяться. Как ты это делаешь надо мной? Ну, ладно, шучу, я на Диму. Хотя нет, я смеюсь, но я ему не говорю, там, что там тяжелее и так далее. У него было наоборот, что некоторые комнаты, где я была, где мне было легче, ему было тяжелее, и наоборот. Ну, в целом стандартно. Ну, вроде все пособирала. Он... Не. За прикол. Это типа даже не драка была? Скажи ему, что это не серьезно. Да нет, почему? Мне кажется, наоборот, так прикольно. Почему нет? О. Делать-то. Ну что-то забаговалась?
А, наверное, тут надо. Куда я приплыла? А, теперь она открылась. Что за фигня? Что за фигня? Разбаговалась. Интересно. Опять арена какая-то. Красиво. Особнатика. Let's go, yeah, I'm dying. Diving in too deep. Это, блин, из Субнатики. Песенка. Офигеть. Вау. А! Опять манкубусы всякие сильные. Зачем меня эти? О, фига себе. Дай кули в нос. Я не хочу в нос давать. Вдруг она меня потом съест. А как вот это забрать? О. Блядь! Это прикол? Скажите мне, что это прикол? Жестко, да, это жестко. Да. I was so close to kill the little guy. Unlucky.
Я куда кинул гранату? А видишь, пришли ставить, ты помнишь или нет? Все пришло. Насколько выше? Это сегодня ты писала или когда? Не помню. Ну понятно, что щит можно вот этот с пулемета, но я хочу вот так. Мне кажется, так тоже можно. Если потом будет сложно, уже перейдем на щит. Я сейчас пока вообще учусь этот. Блин, сначала пушки свапать, потом этот. Вы уже примерите, что хотите. На стриме релиз только одна из этих доступна. Я что сделала? Я причем, ну как бы этот. Я как раз стреляла в плазму, чтобы этот. Ну до этого, по крайней мере, я хотела бы. А, ну ты поимеешь в виду про вот эти плазменные мечты. Я застряла! Ему надо в спину уходить, но опять все очень плохо прошло. В целом с Манкубус уже плохо прошло. Ты меня бы надо про вот эти, наверное, большие, потому что первые в мелких я стреляла, а вот эти что-то не стреляла. Я такая, потому что Манкуб. Ты издеваешься? Я испугалась! I got scared! Попал.
ну тогда можно, по-моему, туда как будто тоже дойти до открытого. Вот это как взять? На своей жизни. Или там только когда разряд бьет, тебе попасть. Типа нельзя, да? Где две жизни? Две жизни? Как? Дайте. Ой, что происходит? The Seraphim's chamber is close by. Там же ничего не было. Мысик захотелось от страха. Что за секрет? Очень как-то секрет бизнес. Я что-то взяла? Броню, наверное. А, или у меня полностью ХП, понятно. I fully restored my HP. Возьмешь уже. Кого не взять? Жизни не взять? Только они и так были этот. Ну ладно, пофиг. Все равно бездарно потеряла, как обычно. Офигенно, спасибо. Они бы сейчас пригодились. Да, пофиг. А я, ты же сказал, уже не возьмешь. Я не знаю, я не знала, как их взять. Я просто думала, что потом как-нибудь можно будет к ним вернуться. Они изначально были локт. Ну, видимо, там что-то где-то надо было сделать. Это Руппл. Это Руппл, блядь. Два мародера. Это пиздец. Пинки так сладко спит. So cute. Да ладно, это изи. Ага, а пока тебя ебет один, ты, точнее, пытаешься убить одного, тебя ебет второй. Вообще изи. Ну, в целом, мне кажется, для меня, мне вот это больше нравится, чем, допустим, фиолетовая комната, наверное. Хотя, мне кажется, будет тяжело.
Как же они хороши. Ну, граната, ладно, и граната им пофиг. У меня единственный, получается, вариант как-то их разъединять. I need to split them somehow. Yes. Otherwise it will be impossible. В целом, на одного убить не так много надо. 3-4 раза его застанить. Правильно ведь? Там, судя по всему, после мародеров еще будет. Просто арена. Стоп, а сейчас что будет? Я думала, я сейчас как по всем БФГ ёмну, а что это было? Почему ни в кого не попала? Я вообще ни в кого не попала с БФГ. Я максимум одного мамкубаса убила. Это куда мне надо вставать, чтобы их все ёбнуть? Надо куда-то, ладно. Ладно, пофиг. И сейчас обратно этих... Или чекпоинт был? Чекпоинт был? А, ну да. О, слава богу. Thank you.
really looks like a girl. ХП. Я только не чувствую соса. В смысле, ББ? Ты увидел, что... Ну, вообще, ты молодец. Взял такой, до свидания, говорит. Видимо, хотя посмотреть, как я от мародера буду страдать. ББ, говорит. Да побачим. I almost held them. Yeah, I was pretty close. But unlucky. БВГ, по-моему, бесполезная.
Okay. Let's try one more time. And then I will go to have a rest. And hopefully I will stream on Sunday, but not for sure. Давайте, короче, еще одну попытку попробуем, и если что, закончу в следующий раз, но надеюсь, будет в воскресенье этот стрим. Вот, подольше. Но не факт. Давай же последнее. Че последнее? Так ты же сказал, что это, ты уходишь. В смысле, ББ. А что ты хотел видеть? Ну, попробуем еще, ладно. Окей, okay, let's try one more time. And maybe one more time. I don't know. Ладно, последнее после вот этих там все? Или ты план? В этом разе, да. Мрази! Еще две жирных! Офигеть, они мне срам в лицо. Куда это мрази? Он же ногу пошел! Suffered intense. Уровень скучный закон. А, поняла! Блядь! Опа. I don't know. Fuck this shit. Fuck it!
Where is the last one? Maybe it's not the last one. Suka! What the fuck? He's kidding me! My lord. No way. Fuck! Вы это видели? No comments, просто. They just stuck me there! Like, one was ahead of me and the other one was below me. What the fuck? Okay, one more last try. Самый последний раз, давайте. У меня уже сил нет. Hell yeah, they guys suck. Да, пиздец, это не может быть.
Бачу, рано, блядь. Ворохнуться. Сука, что получилось? Это просто пиздец какой-то, блядь. Я сама виновата, блядь, что я наделала, сука, почему я постоянно застреваю в этих текстурах ебаных? Я не могу, это просто пиздец. Ну, судя по всему, это уже была самая-самая последняя, но это реально трэш. У меня, конечно, есть БФГ, но я не хочу его тратить. Ладно, все, не хочу больше этот свои нервные клетки подвергать насилию. В следующий раз продолжим. Хотя это было очень близко, я сама виновата. Хотела с двух кулаков ему врезать, но я не подумала о том, что там внизу же эта ебучая хрень, которая тебе домах наносит. Like, it was my bad. Like, I just wanna kill him with this double punch, but I forget that I can get damage from this, like, floor. I mean, lighting on the floor. So, my bad. And we'll continue next stream, not today. I'm done for today. Thank you for watching me. Thank you for your support. See you next stream. I guess it will be on Sunday anyway. I will post you on Telegram. Всем спасибо большое за стрим. Вот. Всем спасибо большое за поддержку, за компанию. Увидимся с вами на следующем стриме. Скорее всего, это будет воскресенье, но не факт. В любом случае, вся инфа будет в телеге, когда будет стрим. Вот. Если будут какие-то изменения. Всем пока. Bye-bye, guys.